kilometres, and we're just going at a few miles an hour. And it's extremely slippery. You can hear the ice underneath the wheels. Quite a few miles from any shop, any healthcare or anything, and she's an old lady, and to walk on this stuff, like, it's impossible really. And there's huge ditches on each side of this road. Can you take the story over, Charlie? We just saw it here. I got really excited. This whole area, it's quite cold. It's negative 13 degrees Celsius right now. Look at that. Here's Duncan. I'm wondering why I have the window down. This is where all the heat comes out of, this central boiler. This is going to cause a fire sooner or later. That's typically how these places burn down, from electric faults. The walls are just, well, pretty well cracking. The windows are letting through a whole load of cold air. They're cracked. The panes are cracked. Insulation is off. You can see damp coming through. Во, картошка. Wow. Иди, иди, не бойся тут, не бойся. Во, картошка, во, во. А сколько меня вот этих во бурок. Мы поднимаемся в 4 часа утра и работаем. At 4 o'clock in the morning. А тут капуста, тут морковка, и все есть. И все, тут нет, там вот картошка. Еще в той комнате картошка. She has more. Работаем. Potatoes and что нам вот куп... я не могу ему объяснить. Купить мы одежду нам похуже, а продукты вот так, потому что я работаю с Горбатевым и Гена. And Gena, and this целое лето, целое. Спасибо маму, маму ангелу. У нас есть насос. А это он купил нам. Мне, нам, ой, я вот так для него. Я его не могу. Вот все есть, что есть, все. Это мы работаем сами. Мне Гена золото. Тряпка на столе. Так. But when I was here last time, way behind you, which is now empty, this was full of potatoes. That's what they've lived on in the last few months. They're just eating a few potatoes a day and some of these preserves, preserved vegetables. They eat very little meat. And here they are wanting to give us their potatoes. And trading some of their potatoes for some pig meat. Не надо. Покажи ему твой склад. Я ему сказал твой склад. Нам ничего не надо, Ниночка. Слушай. Не надо. Ты меня, пожалуйста. Не сбивай с толку, я сама собьюсь. That's what I wash. Вымой. Сейчас я оботру. Сейчас, вот. Это маму маленькому. Это маму маленькому. Бузенька я за нее. Это мой ангел там. Все равно грибов положила. She's given you some mushrooms. Грибов положила.
Ну кушайте, ну хоть что-нибудь. Eat more, please. Снимайте, о, снимайте, о. Снимайте куртки, миленькие мои. Все. Мы рады, рады, рады. Господи, Боже. Теплая. Да. О. Сейчас. Ниночка, давай, посмотрим. Ты красивый сегодня. Как это масло. Ой. О. Все, как раз. О, все. О, красавица моя. Все. Димон, ты мой ангел. Ну, моя за вас буду молиться. Дай Бог, чтобы мои маленькие. Вы дай Боженька. Молодцы. Ну да. Геночка, картошку, картошку, картошку. Гену, Гену, Гену. Боженька, милый. Видишь, какие люди есть. Мы потопим. Ты, ты видишь, мне приехал. Видишь, ты меня не забываешь. Я тебе все время молюсь, Боженьки. She's is praying to God, thanking God that such people have come. This is our God. Ой. Может, кому еще поведешь? Что? Не-не, все. Хватит. Не, это все для вас. Я не понесу. У меня нет сил. Он хотел, ну, просто это спонсировать немножко. Ну. В смысле, помочь деньгами, да? Да. О, Господи. Спасибо вам. Chickens. Спасибо вам. Ой, Господи. Ну, спасибо вам. Ваши, ой, теперь, ну, все купим. No. Будем делать. So we'll definitely do it for you. Thank you, Мария. Thank you. Правильно я говорю, не правильно? Да, thank you very much. Да, 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 правильно. Oh, yeah. Сейчас скажу, мы купим сетку, we're going домик to buy построим, a fence а вы поедете к нам за and chicken wire, and we will make a house for chickens. And you must come, you must come and have the chickens. Поставим сетку, домик, а вы будете ездить к нам за яичко. And you will come and have the eggs. Приезжайте к нам. Please come. Плохого никогда не делаем. Приезжайте, пожалуйста. Please come. Геночка, дай Бог, чтобы они к нам ехали. Миленькая. May God grant that you come. I'll be so happy if you have the eggs. Буду рада. Конечно, буду рада. Я не знаю, пожалуйста. Please. Братик, знаете, это мой ангел. Duncan is my angel. И еще у меня есть.